На старте юные пловцы. Самому младшему 6 лет, самому старшему 13. В Химках провели соревнования по плаванию для детей на призы мастера спорта международного класса Юрия Уфимцева. За победу боролись 130 ребят. Это второй этап соревнований. Первый проходил у нас в феврале. Сейчас в мае проводим второй этап. У нас секундометристы стоят, они засекают время в каждом заплыве. Заплывы разбиты на возрастные группы. Для всех участников соревнований этот день очень волнительный. Переживания есть и у тех, кто плавает давно, и у тех, кто только пришел в спорт. Я посмотрел, и я понял, что я люблю плавание. Ну, то есть я с рождения любил воду. Я больше всего боюсь ошибиться, потому что, ну, комплекс – это 200 метров, это сложно. Ну, туда-сюда, обратно. Долгожданный момент – награждение. Тройку победителей в каждой возрастной категории отмечают медалями и дипломами. Юным пловцам есть над чем работать. Третий этап соревнований пройдет уже этой осенью. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.